4 вірш. Ми читаємо такі слова. Хто зібрав вітер у долонях своїх? Хто зав'язав воду у одежу свою? Хто утвердив всі кінці землі? Яке ім'я йому? Яке ім'я синові його? Чи можеш ти сказати? Це ім'я нашого Бога, якому ми сьогодні бажаємо скласти найщирішу подяку за всі милості і благословіння. В чому життя смисл? Вопрос передо мною. Кто эту жизнь вдохнул в простор земной? В чем жизни смысл? Быть может, в ней самой? Цветет цветок, или снег идет зимою? Горит звезда на чистом небосклоне, в иных мирах вселенной незнакомой моря уходят, горы вырастают, летят по чьей-то воле птичьи стаи. То грянет шторм, то вновь морскую гладь из бездн небес созвездия глядят. То гром гремит и небо рвет на части, то вдруг в покое тает вихрь ненастья. То полистеп полдневный зной сухой, то лес полощет теплый дождь косой. Так что же в мире всем повелевает, кто сущим так премудро управляет? В чем жизни смысл? Быть может, в ней самой? О, нет, за ней здесь некто есть другой, кто день зажег и точно неизменно так вычислил, чтоб ночь пришла на смену, чтоб мир, уставший от земных забот, смог отдохнуть и сил набраться вновь. Так каждый день, один и тот же час, и эта точность удивляет нас, кто точно взвесил, верно рассчитал и гениально просто все создал, повесил ни на чем, окутал атмосферой и все в свой час в определенной мере. Ньютон открыл законы тяготения. Случайность это или совпадение? Великий химик Менделеев во сне постиг гармонию явлений химических веществ, ряд предсказав, каких в то время мир еще не знал. Но если есть везде во всем закон, сам по себе не появился он. Велик и мудр ученый-открыватель, но как велик и мудр всего создатель! Ведь все, что мы считаем чудом века, он создал в мире прежде человека. Природа книга всем всегда открыта, в ней истина о смысле жизни скрыта. И в этой книге прочитать смогла, что мой Создатель — триединый Бог. Теперь я истину святую знаю, читая книги Моисея, там на страницах книги бытия постигла жизни смысл душа моя. Слава Богу!